Пустой живот, и мои руки пусты. Но я знаю, я в твоих объятиях. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания, разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Поздравляю, Великая мать вновь даровала вам кроликов. Великая мать! Твой голос, как далекие раскаты грома. О, мать, я слышу песни скорби. Я бы примкнула к ним, но я забыла свои четки на восточном утесе. Я так боюсь. Грата, дождитесь меня в лагере. Я постараюсь помочь. Полезная травка. Совсем рядом.
Верой, верой, но чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Многообещающе. Ага, вот и четки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что досаднее всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока.
Берем. А вот и Грата. Наедине с Великой Матерью. Как всегда. Вот ваши четки, Грата. Я выполнила вашу просьбу. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая мать, услышь, как я перебираю на этих четках годы своего служения. Услышь мои слова, так же, как я слышу твой нежный шепот в шелесте травы. Великая мать, ты видишь, какими гладкими время... Мороз щиплется. Ром! Я твоя сестра! Алара!
Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут нет других желающих помочь. Ты права. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? Каких еще забытых? Богиня проклинает не раскаявшихся богохульников. Изгоняет из своей вечной памяти. Эти проклятые духи и есть забытые. Бром утверждал, что они отдают ему приказы. Это была тяжкая ноша, и я ничем не могла ему помочь. Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его искать. То есть... Лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, которые пошли его искать. Я не могу больше ни о чем думать. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать! Постараюсь разыскать твоего брата. Правда? Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Скоро мне это понадобится.
Это, наверное, лагерь Брома. Надо избавиться от этих рыцарей. Крови много, а тела нет. Надо разобраться. Thank you.
От лагеря тянется дорожка из капель крови. Это нож. Выходит, кто-то ранил Эмброма. Вон еще кровь. След тянется в ту сторону. Кто-то принес кровь в лагерь? Здесь кровавая дорожка обрывается. Должны были остаться другие следы. Назад дороги нет. Теперь живот торчать не будет. Какая лошадь. Кровь в лагере — это кровь этого кабана? Thank you.
Если это сделал Брум, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм? Если это Бром, он неплохой охотник. Этого мне надолго хватит. Забрал отсюда припасы. Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? Припасы из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем? Обещаете? Я прыгну! Правда, я убью себя. Лучше уж себя! Правда,
Я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты отошел от края. Нет. Оставь меня. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Слушать столько голосов сразу. Наверное, тяжело. Обещаю, мой голос будет тихим и мягким. Тихий голос? Как у Алары? Так давно. Годы. Да. Да, я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня вредить людям. А вдруг, если я вернусь, они велят обидеть Алару. А я этого не допущу. Я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они и сейчас говорят. Они всегда со мной. Заботятся. Утешают. Помогают. Но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, ты жив. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает? Да. Так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я не хочу тебя обидеть. Но забытые. Их шепот. Моя голова полна их криков. Бром не готов вернуться в племя. Но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной.
Никогда не знаешь, когда пригодится.